Ахтунг, ахтунг, в эфире Степан Демура снова с программой «Парадокс». Телефон студии 651-099-6, код города Москвы 495, еще не изменили, хотя скоро изменят, наверное. Также можете писать на сайт Финам.фм, на страничку программы «Парадокс». У нас в гостях сегодня Михаил Хазин, президент консалтинговой компании «Неокон». Добрый день, Михаил. Добрый день. Всадник апокалипса сегодня у нас. Я всадник? А нас показывают? Нас показывают по камере, видеокамера вон там стоит. Вон там стоит, это ужасно. И вас тоже. В носу ковырять нельзя, понятно. Нельзя. И время это тянуть нежелательно. Ну, на самом деле, парадоксы, как мы уже говорили, объясняли, это такая вещь не совсем понятная с первой точки зрения или просто та, которая не может быть по определению. Обычно, когда я имею дело с парадоксом, пытаюсь дать ему логическое объяснение вне той матрицы, в которой живет большинство населения, тут же появляется очень много людей из ниоткуда в серых костюмах, которые начинают обвинять человека, дающего объяснение, в таких смертных грехах, как теория заговора, например. Не знаю, меня люди в серых костюмах как-то не беспокоят. Меня беспокоят люди в таких модных костюмах с немножко ядовитыми галстуками. Вот они тут в Давосе собираются. Вот эти. Да-да-да, это мы сегодня поговорим. Есть еще одна такая неприятная вещь, которая очень болезненна для населения. В психиатрии называется когнитивный диссонанс. Ой, ужасное сочетание слов. Это очень простое такое заболевание, достаточно серьезное. По-русски раздвоение личности. Раздвояние, как говорят наши лидеры. Раздвояние личности, когда вы наблюдаете одну картину с экрана телевизора или из динамика радиоприемника, вам говорят, как все прекрасно, как все будет лучше и лучше и лучше. Этой тяжелой болезнью болеют все наши граждане, которые слышат из телевизора о том, что у нас инфляция 6%, а на полках в магазинах видят 18-20%. Несколько иных, например. Вот мы пытаемся эту болезнь лечить, выполняя, так сказать, те функции, которые, к сожалению, Минздрав пока что выполнить не может. Поэтому перейдем сразу к делу. Вот выясняли мы тут с нашими экспертами и гостями, что же у нас за экономика такая? Пришли к выводу, что у нас даже не сырьевая экономика, а сырьевая колония. Эксперты также пришли к мнению, что наша так называемая элита, или она еще называется офшорная элита, состоит из трех частей, такой триумвират. Это правильные либералы, это правильные чекисты и правильные пацаны. Вот ты с этим согласен? Из чего состоит элита? Вопрос, который хочу сегодня конкретно обсудить с тобой, это следующий вопрос. Наша колония управляется извне, или это просто такие идиоты живут внутри страны? Этот вопрос сложный, вот почему. Дело в том, что рассматривать элиту вне контекста и вне происхождения абсолютно невозможно. Откуда она взялась? Значит, взялась она в конце 80-х, начале 90-х, исходное место, да, это низшая и средняя номенклатура СССР, причем это не обязательно члены КПСС, потому что на, соответственно, невысоких должностях вполне себе работали не члены. Хотя, скажем, Чубайс и Гайдар были членами КПСС. Вот. И, соответственно, по торговле. Вот эти две довольно большие группы лиц, они, соответственно, обнаружили в конце 80-х, что у них имеется возможность решить те задачи, которые, в общем, они всегда хотели решить. Первая из этих задач — это передать по наследству свои привилегии. Очень многих раздражало, что там секретарь райкома или директор завода никак не может помочь своему сыну стать секретарем райкома или директором завода. И вторая задача — обналичиться. А вторая задача... Нет. Это первая задача. А вторая задача — снять со себя ответственность. Что касается цеховиков, валютчиков и прочих разных персонажей, то у них не было никогда идеи прорваться к государственной власти. Их использовали. При этом, на самом деле, и самый известный у нас цеховик, который, как бы, вот все знали, это Мавроди. То есть он, безусловно, умнее большинства людей, там схемы придумывают совершенно гениальные, но возможности контроля нету. Значит, когда эта задача стала решаться, то нужно стало разрушить вот ту систему
советскую, которая, в общем, устраивала подавляющую часть населения. Для этого были использованы два механизма. Механизм первый – это организованная преступность, которую целенаправленно вырастили во второй половине 80-х годов, прежде всего за счет сухого закона. То есть колоссальные совершенно деньги хлынули в эту сферу за счет нелегальной торговли алкоголем. И, соответственно, путем деятельности торговли, которая вполне целенаправленно как бы начала дико раздражать население. История про... А ты в курсе, что, например, в результате сухого закона койки в отделениях для лечения больных с белой горячкой были пустые? И продолжительность жизни мужского населения. Это я знаю, да, разумеется, с точки зрения, но просто тут же ситуация вот какая. Сухой закон, дело же не в том, что его надо сделать, дело в том, что как бы какой, как бы... Как его использовать? Как его реализовывать. Вот то, что было сделано, на самом деле, контроль за оргпреступной деятельностью, он на самом деле очень сильно ослаб. Ну, история про водителей такси, у которых всегда была, там, было 2-3 бутылки водки, можно было купить. Это было общеизвестно. Да? То есть на самом деле народу эта идея не понравилась. Хотя, разумеется, с точки зрения здравого смысла, это вещь полезная, потому что действительно алкоголизм — это сложная штука. Но сейчас ситуация не лучше. Сейчас вместо алкоголизма наркомания. Да, да, что еще хуже? Потому что алкоголик все-таки может как-то еще существовать и даже иногда может выздороветь, а наркоманам практически невозможно. Значит, дальше картина следующая. В результате у нас наша, как бы, вся вот эта вот группа, да, ну, нужно еще иметь в виду интеллигенцию, которая всегда держала фигу в кармане. А специфика русской интеллигенции, она отличается двумя вещами. Первая — это патологическая безответственность, абсолютно патологическая. Вторая — дикая зависть к власть имущим. В результате, когда вот часть интеллигенции, которая начала очень активно, значит, от антисоветских анекдотов перешла к реальной антисоветской деятельности, которая на самом деле направлялась вот той частью элиты, которая хотела перемен, то в результате у нас получилась очень интересная часть. Это тотальная безответственность. Вот современная российская элита, ее характерная черта — тотальная безответственность. Абсолютно. В этом смысле, кстати... За исключением Чубайса, который всегда все берет на себя. Нет. Ответственность. Нет, абсолютно такая же. За свои дела он никогда не отвечал. Значит, один раз ответил в 97-м году, когда его уволили окончательно и бесповоротно. Значит, в результате элита наша, она состоит из нескольких... Да, вот когда в начале 90-х эта элита появилась, она состояла из двух частей. Часть первая — это либеральная тусовка и те люди, которые от либералов получили собственность. А также часть старой номенклатуры, которая была куплена приватизацией. Схема была абсолютно примитивная. Она работала очень просто. То есть директору говорилось, или ты... приватизируешь этот завод под себя, ну, разумеется, как бы разрушая его, да, потому что схемы приватизации не позволяли сохранять деятельность. И, соответственно, у тебя там дети и внуки становятся миллионерами, либо ты этого не делаешь, а тогда приходят другие и тебя убивают. Вот история, как бы, за которую осудили Ходорковского и компанию, на самом деле это была абсолютно типовая история. То есть директоров НПЗ, директоров успешных заводов, я уже не говорю там про все остальные структуры, про магазины, там еще чего-то. Это как бы вот про владельцев удачной недвижимости. Но в результате начался хаос. И, разумеется, там же была оргпреступность, которая сначала использовалась как инструмент, а потом стала самостоятельным игроком. Ну, достаточно посмотреть на историю нашего друга Березовского, которого как бы все знают, да, который начинал игры в начале 90-х, и при нем был Патракоцишвили как бы исполнитель его идеи, но который очень быстро вылез в самостоятельные игроки. Значит, дальше стало понятно, что эта система неустойчива. Почему? По разным причинам. Прежде всего потому, что некому устанавливать правила игры. Ельцин этим не хотел заниматься. Кроме того, была еще одна очень опасная вещь. Эта элита, она как бы тотальная безответственность. Это вот идея, которая шла еще вот от 80-х. Она теоретически, в принципе, не позволяла установить
то, что на Западе называется договор между элитой и обществом. Потому что элита была готова заключать договор, она говорит обществу, вы нам должны 1, 2, 3, 4, 5, мы вам не должны ничего. Поэтому не получалось. Но мы вам должны хлеба и зрелищ. Да, но была еще... Никакого хлеба и зрелищ в 90-е не было. Это слишком. Ничего не давали. Но было еще одно обстоятельство. Поскольку было очень много разных мелких кусочков, еще не произошла диверсификация, то все как бы кланы друг с другом воевали и в качестве инструмента обращались к народу. Кто давал деньги шахтерам, чтобы они перекрыли Транссиб? Кто устраивал массовые демонстрации? Кто бегал с чемоданами с компроматом? Ну, это и бизнес был такой. Я напоминаю, что НТВ — это инструмент шантажа. То есть Михаил, нам придется уйти на новости, вернемся через минуту. Тебе пришло очень много писем, ну, будем на них отвечать позже. Степан Демура снова в эфире. У нас в гостях Михаил Хазин. Телефон студии 6510-99,6, код города 495. Ну, про Давос понятно, как они там отдыхают. Если не ошибаюсь, Прохоров тоже полетел в Давос. Про Давос бог с ним. Да. Давайте продолжим. Давай продолжим разговор. Да. Значит, в результате к концу 90-х стало понятно, что эта система, ну, если с ней что-то не сделать, она пойдет в разнос. Нужен арбитр. Как нужен... называется у воров... Арбитр. Разводящий. Нужен арбитр внутриэлитный. И нужны правила... первым из которых является то, что невозможно запретить представителям элиты в процессе споров между собой обращаться к обществу. А в качестве арбитра был выбран, соответственно, представитель криминальной столицы России Владимир Владимирович Путин, который именно этими делами и занимался там, в этом городе. Причем совершенно как бы не потому, что он вот это его любимое занятие, а просто так жизнь сложилась. Да. Значит, и он получил мандат от элиты с решением, как бы с необходимостью решить эту проблему. Первое, что он сделал, он сказал, что невозможен арбитраж без силовой составляющей. И именно тогда, в конце 90-х, силовиков стали включать в элиту. До этого они были париями. Я сам читал рассказы, там, как полковника, ну, я не помню, как тогда называлась эта структура, значит, КГБ, ФСБ, там, во второй, там, в середине 90-х в подъезде какие-то бандюганы заловили и сказали, что, соответственно, там, ты там что-то там кого-то поцарапал, принесешь денег, а то оторвем голову. Звонок возьмем? Ну, пускай будет звонок. Да, Павел? Здравствуйте, Павел Геннадьевич. Здравствуйте. Степан Геннадьевич, вы, по-моему, просто забыли свои главные обязанности. Вы все же таки наш Моисей, а мы остались одни в пустыне. На небе полная облачность, ни луны, ни солнца, куда идти не знаем. Ну, вот. А вы нас бросили. Вы хотя бы каждую передачу со здрасте начинайте после здрасте. Доллар идет туда, золото туда. Все, вы знаете, у нас 3 раза в неделю есть передача, которую спонсирует Саксобанк. Называется «Валютные войны». Начинается она в 15:04. Понедельник, среда, пятница. Поэтому можете настраиваться на эти волны. Иван Геннадьевич, вы свою главную обязанность забывайте. Вы Моисей. Моя главная обязанность — научить вас думать, чем я занимаюсь. А в пустыне... Так мы вашего слова ловим, и вот наконец просто. По вас там выжили всякие корабьянцы и прочие уроды. Все. Давайте, у нас эфир 16+. 16+, у нас эфир, и потом не думайте, что они ходили по пустыне. Я категорически настаиваю, чтобы число выживших Степана Геннадьевича называли Дану Борисову. Она тоже, кстати, помушла с РБК. Да ну, как правда, это? Вот такие слухи. Да ну. Что же, да она серьезно? Что же она такое? Кто же ее выжил-то? Опять назвала НХЛ, НБА, НБА что-нибудь такое сделала. Ужасно. У нас Александр еще на линии. А какая разница? Одним с мячиком, другим с шайбой. Да, Александр. Да, здравствуйте, Степан. Да. Здравствуйте. Ну, во-первых, рад слушать вас на Финам-ФМ. Спасибо. Вот, и я хочу задать Михаилу Хазину. Вот он сейчас сказал по поводу того, что Путин разрулил как бы дела с криминальными группировками. Так я понял. Он со всеми разруливал дела. Ну, со всеми. Я не имею в виду, что он был представителем. Я имею в виду, что... Он разруливал. Вот он был арбитром. Да, вот я просто хочу... Именно это я и сказал, да. Да, я в этой связи хочу спросить. Если вы помните, недавно там во всяких блогах появилась фотография, где Путин запечатлен человеком, похожим то ли на деда Хасана, то ли на Усачева. Вот по-вашему, я так, честно говоря, не понял. На мой взгляд, он больше на деда Хасана. Я не могу это комментировать, поскольку я не знаю. Ну, как это идиотский вопрос совершенно. Меня там не было, поэтому больше я ничего сказать не могу. Ну, вот, давайте я продолжу, да? Да. Значит, Путин 2 своих срока
исполнял вот эту задачу. Обеспечить стабильность элиты, обеспечить адекватность элиты в отношении общества и, соответственно, арбитраж. В качестве ресурса этого арбитража были использованы, во-первых, силовики, которых ввели во власть, в элиту, чего не было до этого, а во-вторых, те деньги, которые стали поступать сначала от экономического роста до 2003 года, восстановительного, ну, как бы, и не забудем Геращенко, который, как бы, обеспечивал правильную кредитно-денежную политику, а с 2003 года, соответственно, от нефти. В результате обиженным всегда можно было дать кусок, чтобы они не поднимали вой. Дальше нужно отметить, что лично Путин, человек, которому эта работа не нравится, он человек, который любит кататься на горных лыжах, плавать в бассейне, ну там, в общем, он... Вести светский образ жизни. В некотором смысле сиборит, в хорошем смысле этого слова. Я в этом смысле с ним глубоко солидарен, поэтому я его критиковать не могу. Некоторые трудоголики его критикуют, а флаком в руки, да? А дальше картина следующая. Он ушел, он провел кастинг. Значит, две основные части элиты — это так называемые либералы, потому что в России, ну, это же так, как бы то, что в России называют экономическими либералами, к либерализму не имеет никакого отношения. Но это не важно. Значит, они экономические либералы, они себя сами так называют. И силовики. Значит, он провел кастинг в элите, не среди нас, в элите. Элита сказала: не, нам больше нравится Дима Медведев, чем Сергей Борисович Иванов. Сергей Борисович Иванов, естественно, затаил. Злобу. Вот. Ну, там, обиду. Значит, Медведев стал президентом, Путин ушел, и тут 2008 год, я напомню, что Медведев стал президентом весной 2008 года. И тут 2008 год, наступил кризис, еще до 2010 года были иллюзии, что все восстановится, ну, хотя им объясняли, что они ничего не понимают, но это ж невозможно, да, у них же мания величия. А вот теперь, соответственно, стало понятно, все, пряников сладких на всех не хватает. И дальше одно из двух. Либо в элите начнется что-то, что подобное 90-м годам, но только в 90-е годы было что делить, а сегодня этот пирог сокращается, либо же кто-то должен железной рукой выкидывать и говорить: так, вот тебе все, ты до свидания, тебя больше нет, и тебя больше нет. Без склок и драк, а просто вот силовым решением. Не может человек с мандатом от элиты разруливать элиту. Гендиректор компании, не имеющей ее акций, не может увольнять людей из совета директоров. Это невозможно. Это невозможно. Это невозможно. Да. Поэтому Путин пошел снова во власть, но ему был нужен мандат от общества, от народа. И тогда он имеет право элиту резать. Мандат сделали. Секундочку, тут самое интересное. Значит, поскольку Путин силовик, то либералы почувствовали, что чревато. Может, а вдруг он их начнет резать? И либеральная команда во главе с Волошиным и Юмашевым устроила болотный процесс, цель которого, конечно, не защита общества от элиты. Ну, как бы, не будет же Волошин защищать общество от себя самого. Это наивно. Но эта цель была сделать нелегитимным выборы Путина. Чтобы можно было Путину сказать: дружок, какой же у тебя мандат? Это не мандат, это ты нарисовал себе бумажку. Мы такую тоже можем нарисовать на Медведева или еще на кого-нибудь. Поэтому ты ее себе, значит, засунь куда надо и слушай, что тебе скажут серьезные дяди. Телефон возьмем? Ну, пожалуйста. У нас телефон звонок. Александр, да? Здравствуйте. Здравствуйте. А с прошедшими праздниками, которые, как положено на Руси, закончились с крещением, считаю, второй полноценный рабочий день, а с учетом... Саша, вопрос. Может быть, и первый. Вопрос. Обозначена тема о колониальной принадлежности и колониальном вопросе в России. Вернемся. Нет, тема обозначена несколько иначе. Степан Геннадьевич, вернемся. Значит, я продолжу. Значит, Володин на самом деле... Волошина и, может быть, примкнувшего к нему Суркова, это тайна сия велика есть, победил. Можно к Володину относиться по-разному, что у него там фантазии нет. Вот у Суркова фантазии выше крыши. Он, что называется, креативный человек. Володин, он такой, то, что называется, орговик. Да, вот. Знаете, была такая должность замсекретаря по оргработе. Вот это вот, да, человек такой, может быть, немножко ограниченный, но зато, соответственно, нужно привести на
на митинг 121 617 человек. Вот он 121 617 и приведет. Да, вот просто вот, вот как надо. Вот. Но он победил. И Путин мандат получил. И вот тут-то начинается самое интересное. Почему? Дело в том, что когда разрушался СССР, то разрушался не только СССР с 1988 года, но и система разделения труда, связанная с СССР. И было две альтернативных. Американская и советская. Которая из них была лучше? Вопрос сложный. С точки зрения экономики в 70-е СССР выигрывал. И если бы он в этот момент не начал отступать, опасаясь конфронтации, то он бы мог и выиграть. Я не буду сейчас влезать в детали. Но когда в 90-е годы нужно было, значит, единственное, куда можно было встроиться, это в западную систему. Ну просто ничего другого не оставалось. Хотя ресурс у советской системы еще был. И это нам показал батька Лукашенко, у которого нет ни нефти, ни газа, но который экономику Беларуси держит. Это нам еще показал тот простой факт, что мы до сих пор используем многое, чтобы... Ну, совершенно верно. Ресурс был. Но его решили, на него решили послать, потому что либералы сказали Ельцину, мы все сделаем. В теме, да, да. Будет экономический рост, да. Значит, и в результате мы сегодня встроены в западную экономическую систему. У нас еще в качестве сырьевого придатка, да, как источника доходов. Да. У нас еще осталось немножко атомной промышленности, у нас еще осталось немножко космической промышленности. Может быть, где-то у нас осталась там всякая бактериология и всякая там еще... Нанотехнологии. Нет, нанотехнологии их нет, их вообще нету. Давайте не будем как бы... Ну, шутка. Шутка, да? Значит, так вот... Ну, для нашей страны это можно назвать бананотехнологией. Да? Это распил бананы. Это распил бюджета. Да? Так вот, значит, а дальше самое интересное и самое замечательное. Эта модель стала трещать. И вот тут, вот обратите внимание, почему наше правительство, вот специфика либералов, да, у них есть совершенно железная логика. Все, что не либеральная экономика, всего этого не существует. Этого просто нету. Китай тому пример есть. Нет, секундочку. Китай они сильно не любят, сильно боятся. И про себя где-нибудь слышали, чтобы китайских ученых на каких-нибудь там Давосах или, прости господи, МВФах, мировых банках обсуждали экономические достижения китайских ученых. Но они все образованы, США там обсуждать нечего. Нет, те, которые говорят на американском языке, те, соответственно, и пускай. А те, которые говорят на китайском... Так вот, в газете «Ведомости» на прошлой неделе появилась статья, в которой говорилось, что президент дал поручение академикам Глазьеву и Некипелову разработать план. Ой, мы это уже смеялись нам. Нет, это не надо смеяться. Значит, проблема не в том. Я как бы я не знаю Некипелова, он все-таки, значит, ученый, а не практик. Поэтому я не знаю, какую он напишет программу. Про Глазьева я понимаю, что он программу написать может. Но проблема в другом. Это оба этих человека не либералов, в том смысле, что не входят в тусовку. И у либералов началась такая истерика, что они сказали вслух, что есть люди, которые могут написать чего-то. Программа 2020 тоже смеялись и разобрали по частям. Что они еще могут? Секундочку. Тут же в чем проблема? Они до безумия боятся потери монополии. Вот в чем все дело. Вся наша экономика и финансы, вся контролируется либералами. Вся. Путин, в отличие от Ельцина, пришел не как политик, а как управленец. И в этом смысле, если элита решила, что ей больше нравится работать с либералами, пускай работать с либералами. И он убрал ту систему, которая была при Ельцине. У Ельцина никогда не было монополии на истину. У него всегда были группы, которые ему говорили альтернативные вещи. Я сам этим занимался. Да, я писал отчеты о деятельности правительства лично. И поэтому я хорошо знаю, там, чем занимался Чубайс, правительство, чем занимался... Михаил, уходим на новости, на перерыв продолжим. В эфире программа «Парадокс. Новости» Степан Демура, и со мной Михаил Хазин. Мы продолжаем обсуждать... Так и хочется сказать. 16 плюсом программа. Так и хочется сказать по привычке. В эфире Михаил Хазин. Продолжаем. Вот, значит, продолжаем. Так вот, что произошло? Значит, эта группа либеральная, она после прихода к власти Путина получила монополию на экономическую политику. И она всех устраивала, потому что она обеспечивала экономический рост. Монополия, собственно, началась с 2003 года, когда вместо Геращенко пришел Игнатьев. Все, тогда полная монополия. Она обеспечивала экономический рост. И всем было совершенно наплевать, кто эти люди, откуда они взялись. Если смотреть на их происхождение, в большинстве случаев это лоббисты,
крупных финансовых и промышленных групп. Я не буду сейчас тыкать пальцем в силу того, что у нас, как известно, есть теперь законодательство, которое как бы позволяет любого человека засудить за клевету. Да. Поэтому я просто говорю, я не знаю ни одного человека у нас на уровне там, вице-премьеров, министров, который бы не был представителем каких-то групп. Некоторые из них, правда, являются вторичными представителями, то есть их поставили какие-то вице-премьеры, которые в свою очередь являются представителями каких-то групп. Аналогичная ситуация в Кремле. То есть в администрации президента. И все эти группы, поскольку они так или иначе связаны с экспортом сырья и взятием кредитов в западных банках, они все ориентированы на вот эту вот модель. Назовем ее, да, сырьевой. А вся проблема стоит в том, что эта модель больше не может обеспечить достаточный доход для того, чтобы держать ситуацию в целом. Путин им все время говорит. Значит, нужно при этом понимать, что у Путина, он же как бы не хочет с ними ругаться, и у него нет такой задачи. Он им все время говорит, ребят, вы можете. Вот он говорит, нам нужно 5-6%. Откуда это взялось? Это как бы неоднократно объяснял там тот же Миша Делягин. То есть нормальное существование российской элиты может быть при росте 5,5%. Если меньше, начинаются проблемы. В доходах. Ну да, они как бы их не могут перераспределить, начинается либо здесь дырка, либо там дырка, тут, ну, в общем, короче говоря, начинаются проблемы. А сейчас спад. Со второй половины 2012 года реально, уж не рост так точно. Значит, и Путин их спрашивает, вы можете обеспечить 5,5%? Они говорят, это невозможно. При этом они ссылаются на МВФ, еще на что-то. Путин говорит, ребят, вы не можете? Дайте. А вот Глазьев говорит, что он может. Они говорят, он врет, он не экономист, еще чего. Ну, ладно, какой Чубайс экономист, мы говорить не будем. Я вообще не знаю, кто там экономист, Шувалов, что ли? Вот. Поэтому тут как бы это даже смешно. Глазьев-то хоть получил докторскую степень в СССР, то есть он реально наукой занимался. То есть, вот он как раз экономист. Вот. А дальше, соответственно, эти-то вообще ни к чему не имеют никакого отношения. Дворкович тоже не экономист. Но... Нужно... МГУ учился, почему? В МГУ на экономиста, нет, потом где-то стажировался. Учился, да, но он не занимался наукой. Он пошел по идеологической линии. Человек, который РЭШ окончил, он идеолог либерализма. Он ходит с плакатом «Хай Фридман, Харри Хайек, Фридман, Хайек, Харри Харри». Ну вот это его работа такая. Вот, значит... Какая прелесть. Вот, значит, вот... И вот сейчас в чем вся проблема? Эти люди должны что-то предъявить. Они теоретически бы, конечно, отбились, потому что у них есть еще один козырь. Это дружба с Мировым банком, МВФом, американской администрацией. Не забудем, что эти люди выросли из приватизации. А приватизация — это программа администрации Клинтона, да-да, американской, которая сюда и посадила людей, которые этим занимались. И именно эти люди руководили администрацией Обамы в первый его срок. А вот сегодня произошла смена администрации, и этих людей там нет. Саммерса там больше нет. После... Там нету больше Саммерса. После лета 2011 года, после дела Стросс-Кана, когда стало понятно, что у мировой финансовой элиты больше ресурсов на сохранение этой системы нет, она рассыпалась. И международных банкиров начали отовсюду гнать. И наша либеральная тусовка повисла. У нее как бы под нее основание выбили. Mm-hmm. Еще раз повторю, эти люди не являются ни самостоятельными идеологами. Обращаю внимание, у правительства, начиная там года с 97-го, нету программы. Просто нету. Оно как бы... Но она переведена с английского. Неважно, она может быть переведена, но это не программа экономическое государство. Это некоторая абстракция. Она не нужна. Программу, которую им попытался вменить президент, они говорят, она неисполнима. Миш, но она им просто не нужна. Ну, конечно, не нужна. Еще раз повторяю, это люди, ну, как бы, знаете... Временщики. Они никто. Вот они никто. Они местоблюстители. То есть вот разные представители элиты поставили разных бессмысленных людей. Я вам могу сказать, как это видно. Как только этого человека убираешь с его места, он исчезает из общественной жизни. Вот обратите внимание, сколько у нас было вице-премьеров по экономике, где они все? Ну, Немцов, например. Ну, что такое Немцов, да? Он отметился чем-то? А вундеркинд? А вундеркинд, кстати, из них, из всех, и, собственно, всегда изначально был наиболее разумным. Ельцин, когда его двигал, он его двигал как бы для того, чтобы продемонстрировать Думе свое как бы презрение. Но сам-то вундеркинд, он понял, что у него буквально 3-4 месяца, и просто учился.
Представляете, школа, да, 4 месяца быть премьером России. И он ничем не руководил. Его окружили полностью. Он просто вот смотрел, и в этом смысле я к нему отношусь чрезвычайно положительно. Он вполне адекватный парень. Но ближе к делу все-таки. Вот, вопрос-то у нас в чем? Так вот, это правительство. Запад рулит или внутренние интересы? Нет, сейчас вообще никто не рулит. То есть Западу просто не до нас. Западу не до нас. У него нету стратегии для себя. Почему они полностью сменили? А у них же тот же самый. Они задали вопрос этим своим ребятам, финансистам. Говорят, ребята, 30 лет вы обеспечивали экономический рост. При этом вы себе брали львиную долю прибыли. Но был экономический рост, все терпели. Сегодня вы себе продолжаете брать львиную долю прибыли. Роста нет. А роста нет, ребят. Ну, имейте совесть. Имейте совесть. Какая такая совесть? У нас вот тут кошелек, да, вот у нас совесть. А вот кошелек наших замечательных лидеров и правительства, он где? Это вопрос очень сложный, потому что вопрос, а что такое деньги? Хороший вопрос. Давайте смотреть. У нас не происходит, как только ушел Геращенко и пришли либералы, они запретили рефинансирование банковской системы. Наша банковская система рефинансируется на Западе. При этом она должна западникам ровно те же самые деньги, которые там хранятся в виде наших резервов. Давай. Я напомню, что дефолт 98-го года был в том числе благодаря из-за того, что деньги наших резервов через американские банки игрались на рынках ГКО. Кто при этом был бенефициаром, там наши чиновники или американские, это вопрос бессмысленный, там как-то они там уж как-то делили. Я подозреваю, что сегодня очень похожая схема. Теоретически она неприятная, но практически в нынешней ситуации, ну хорошо, но мы скажем, как бы все эти банки банкроты. Что касается «Газпрома», давайте обанкротим «Газпром». В чем проблема? Нам нужны только лицензии на месторождение и труба. Все остальное делайте с этим, что хотите. В чем проблема? Это же ужас, да, вы понимаете? Причем эта проблема же этого ужаса, она не только наша. JP Morgan. Да, Сити. Сити. Про Goldman Sachs мы говорить не будем, это отдельная совершенно структура. Вот. Но и так все. А страховые компании, которые все банкроты, ну и так далее. То есть на самом деле... И никто, кстати, никогда не поднимает вопрос о том, а сколько на самом деле стоит залог под все те кредиты, которые выделены. А это Но это уже другая этот тема. Этот вопрос, на него невозможно ответить, потому что он требует изменения модели. А как только мы начинаем менять модель, то все старые институты, системообразующие старые модели, они просто становятся ненужными. И им просто никто не даст ни копейки. Нахрен это нужно? Понимаете, если вы, соответственно, начинаете летать на самолетах... То есть мы сейчас, Михаил, получается, по-вашему, остались одни, один на один с самими собой. В некотором смысле. Вот система порочна, да? Что должно произойти, чтобы система не стала, чтобы ее снесло? А видите ли, в чем дело? Я вообще к революциям отношусь с некоторой опаской. Ну, это всегда заканчивается плохо и тяжело. Сама-то она не уйдет. Возможность реформирования снизу, возможность реформирования сверху возможно. Еще возможно? Конечно. Она всегда возможна. Но я обращаю ваше внимание, что в некотором смысле то, что произошло в 91-м году, это было реформирование сверху. Потому что Ельцин был все-таки членом Политбюро. Ну, там, пускай кандидатом, это не принципиально. И его практически все поддержали. Как альтернатива отсутствию войны. А вот, а по этой причине я склонен считать, что реформа как раз очень даже возможна. Для этого нужно много чего изменить. Для этого нужно изменить как бы, во многом нашу жизнь. Для этого нужно изменить ту систему, при которой чиновник, царь и бог, и вообще представитель элиты, то есть изменить отношение элиты и общества. И кто это будет менять? А кто это будет менять, я не знаю. Но, видимо, те люди, которые придут к власти после краха вот этой системы. Но кто будет инициатором этого краха? Я все больше и больше склоняюсь к тому, что сегодня эту задачу может решить только Путин. Если напряжение, если он ее решать не будет или не сможет, напряжение будет расти, и ему придется уйти. Тогда произойдет слом. Вот тогда произойдет слом. Но пока это вполне можно сделать. И еще раз повторю, что еще примерно там... Еще даже полгода тому назад эту задачу было решить практически невозможно, потому что это требовало острой конфронтации с миром окружающим, в том числе с Соединенными Штатами Америки. Сегодня ситуация скорее обратная. Новой администрации Соединенных Штатов Америки эти либералы не нужны. Почему? У них нету электорального будущего.
на них нельзя делать ставку. И, кстати, когда, показал, когда, да, в, либеральной, оппозиция, да, когда да. в либеральной новой газете пишется о том, что приватизация вся как действие была преступлением, что было 2 недели тому назад, это в некотором смысле манифест. Запад сказал, ведь это написал человек, я не говорю про то, что он как бы связан с делом Браудера-Магнитского, да, то есть у него рыльца-то в пушку, но он, соответственно, оттуда, из Лондона пишет. И что он пишет? Что, соответственно, те, кто был связан с той приватизацией, все преступники, по определению. Возьмем телефон звонок. У нас телефон звонок. Это означает, что им не нужны старые либералы, им нужны новые либералы. А вот про либералов вопрос мы затронем чуть позже. А, Игорь? Да, спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Михаил, вчера был в гостях и господин Илларионов, который говорил, что по структуре наша экономика очень даже гибкая и устойчивая. Даже если будет отсутствовать добыча нефти, нефть вообще в России исчезнет, то все будет нормально, все адаптируется. А ваш взгляд на это все, на этот взгляд? И такой еще вопрос. Каждые 10 лет, там, в начале 90-х годов, в конце 90-х годов, в конце 2000-х не удалось, вытряхивали вкладчиков из вкладов. То есть граждан постоянно вытряхивали из жизни. На то, когда следующий раз нас всех вытряхнут опять. Ну, вытряхнут, я думаю, что как только начнется инфляция мощная, но она у нас и так под 20%. То есть, на самом деле, вытряхивание идет так непрерывно, перманентно. Я не считаю Ларионова специалистом по экономике. Он как бы статистик. В 90-е годы прославился тем, что подтасовывал статистические данные для того, чтобы подтверждать бессмысленные мантры МВФ. Самая замечательная его работа — это работа о том, что чем независимый центральный банк, тем выше экономические успехи страны. Для того, чтобы получить этот результат, он из перечня стран, которые исследовал, выкинул Китай. Дальше можно не разговаривать. Да? То есть это человек, веры которому нету в... вообще. Кто-то, по-моему, назвал его еще ярым гайдаровцем. Это не важно. Он, как бы, понимаете, он на самом деле критикует и Гайдара, и Чубайса, но не как бы не слева, а справа. То есть он еще больше католик, чем Папа Римский. Но дело не в этом. Дело в том, что я же с ним работал в начале 90-х, и я могу сказать, что он ничего не понимает в системе государственного управления. То есть он академический критик. Неважно, что он там занимается статистическими манипуляциями, как человек, который получил образование за статистикой, я могу сказать, что, конечно, то, что он делал, это очень грубые манипуляции. Прерываемся на новости и продолжим в 4-м выпуске. Добрый день, в эфире Степан Демуров, в программе «Парадокс». Ну, я бы сказал, старше 18 лет, поскольку Пушкина у нас решили в школах заменить, по-моему, Пелевиным. Как это заменить Пушкиным? Ну, не будет Пушкина, будет Пелевин. Я понял, вообще не будет Пушкина? Вообще не будет Пушкина. Ага. Ну, это к парадоксам относится. А Баркова как? Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Может быть, и еще Христосика с розочками выкинут. Белые мечики из роз, впереди не, Иисус Христос. Не, ну это точно нужно выкинуть, это понятно. Это вообще... Да. Вопрос-то, на самом деле, вот в другом. Меня очень часто обвиняют в том, что я темно смотрю на вещи. Очень такое меня всегда... Все плохо, все хреново. Я просто пытаюсь донести людям, господа, что значительно, все значительно хреновее, чем даже я себе представляю. А вопрос простой, ведь я утверждал и продолжаю утверждать, что страна еще не вынесет еще одного срока Путина. Вопрос возникает тут же, да? Вот ты упомянул о том, что, возможно, Путин сможет начать какие-то реформы сверху. Но ведь... будучи сиборитом, как ты правильно ответил, ему же лень что-то делать, если нет к тому причины. Ну, тут же ситуация очень простая. Причина простая. Что станет причиной? Причина очень простая. Причина — экономический кризис и ухудшение экономической ситуации в стране. То есть начинается как бы уровень напряженности, что между обществом и элитой, что внутри элиты, постоянно растет. Ну, совершенно очевидно. Путин, кстати, начал что-то делать. Он там начал какую-никакую антикоррупционную кампанию. Пока, правда, хилую. Непонятно, чем она закончится. Посадят ли кого-нибудь? Пока набирают материал. Ну нет, материал-то набрали уже давно. Уже кого-то начали сажать, но пока еще, как бы, как это называется, это идет предварительное следствие. Судов еще не было. А, ну там как бы еще что-то
происходит. Но поскольку модель пока не меняется, а модель надо менять, потому что экономический рост нужен. В России может быть экономический рост. Я просто объясню. Степан, ситуация очень простая. Вот я просто схему привожу. Давай. Просто схема, откуда может взяться экономический рост. Только хотел спросить. Мы импортируем, вот, кстати, почему Илларионов сказал чушь. Мы импортируем в год на 400 миллиардов долларов. Если у нас нет нефтяных доходов, где мы возьмем эти 400 миллиардов? Мы выкинем из потребления весь импорт. У нас картошки уже не хватит в больших городах. Но у нас импорт продовольствия сравним с экспортной выручкой от нефти. Значит, так вот. Значит, у нас 400 миллиардов долларов импорт. Представим себе, что мы на 200 миллиардов провели импортозамещение. Чем на 200 чем миллиардов, как? На 200 миллиардов тривиально. Важный вопрос, как? Да, пожалуйста, строй как бы реиндустриализация. Чем уже 3 года занимается Казахстан. Правильно, но они занимаются им 3 года, мы и даже этим еще не начинали. Мы не начинали, но смотри, я пока только говорю теоретически. Нужны время и капитал. Теоретически 200 миллиардов, это, соответственно, каждый год. Это потенциальный доход. Это при условии, что мы еще 200 миллиардов будем импортировать. Но 200 миллиардов — потенциальный доход. Это инвестиции на 2 триллиона долларов. Ну, совокупно. Ну, слушай, здесь же можно... То есть это те инвестиции, которые мы можем съесть, просто не задумываясь. Для этого нам надо всего-навсего... Ну, послушай, здесь же у тебя 20 триллионов рублей висит только распила военного бюджета. Так вот, до этих 20 триллионов их еще нету. Они еще не распилены. То есть они уже, конечно, кто-то уже там их себе записал, но я сильно подозреваю, что все будет немножко иначе, уже через 2-3 года. Так вот, значит, вот эти вот деньги, это вполне себе источник инвестиций. Нам нужно только одну сделать вещь, нам нужно закрыться от импорта. А мы не просто вступаем в ВТО, мы еще не занимаемся при этом нетарифным, соответственно, регулированием. Я просто знаю историю, потому что мне ее рассказали. Да, вот как бы как это, я как казахский акын, что вижу, о том пою. Про масло сливочное, которое выросло, его импорт за 5 месяцев практически в 2 раза. 2 раза, да, 2,4 раза. Почему так сильно? Почему? Ну, потому что, соответственно, сняли пошлину, которая была, по-моему, 25%. Или 15. В общем, сняли пошлину. Масло побежало. Но вот англичане, например, когда у них возникла аналогичная ситуация, они увеличили. Ужесточили невероятно техрегламент. Угу. И в результате, соответственно, у них импорт какой-то есть, но все реальное производство тех продуктов, которые они едят, оно осталось в стране. Просто потому, что дешевый маргарин не завезешь, масло оказалось... Дорогим, так они там, делают, получается, сидит национальная элита. Там сидит национальная элита, а у нас ее нету. Значит, ее надо выращивать. И вот это как раз та задача, которая стоит сегодня перед Путиным. Выкидывать то, что называется компрадорскую элиту. Путин на это не способен. Секундочку. Вот насчет не способен, вот тут нужно сказать сразу, что на самом деле вполне себе способен. Пример хотя бы один. Я с ним знаком, поэтому я знаю. Он и в части интеллектуальной он способен, и еще чего-то. На самом деле, технику я сейчас не буду рассказывать. Это вполне себе возможно, достаточно легко. Раньше это было невозможно, вот почему. Потому что, когда у нас есть лидер, у которого есть группа, которая держит какую-то тему, он никогда, это закон политики, не будет увольнять эту группу, пока у него нет альтернативы. Вот почему либералы так дрались за монополию с начала 2000-х. Невозможно уволить всех либералов и не назначить никого на их место. Это просто все рассыпется, потому что худо-бедно они эту ситуацию как-то структурируют. А вот если появляются люди, которые написали какой-то план, которые начали что-то реализовывать, Путин же не зря назначил Примакова с Масляковым. У Маслякова был план. Я даже не буду тыкать пальцем, кто этот план написал в 95-м году. В январе 95-го года. Вот. Но дело не в этом, а дело в том, что план был. И поэтому Ельцин мог себе позволить назначить Маслякова. Вот если план Глазьев и, соответственно, с Академией наук напишут, он может быть не очень проработанный, еще что-то, но он должен быть адекватный. То сразу же радикально изменится ситуация. Будет возможно убирание либералов и назначение на их место других людей, которым будет предложен этот план.
А скажи, пожалуйста, как-то все это как сказки звучит, понимаешь? Мне кажется, очень хорошо высказалась госпожа Меркель. Для решения проблем нужны новые люди, новые идеи. К сожалению, ни тех, ни других нет. Ну, Павел, у них, может, и нет, у нас-то есть. Людей-то выше крыши. Но да. Я просто знаю там два десятка человек, у которых, которые вполне в состоянии. Причем многие из них имеют вполне себе опыт. Вопрос тебе такой. Как ты относишься к... Лидеров, либералов, если мы ткнем пальцем, их с десяток человек всего. А лицензии, лицензии уже продают, нет? На отстрел? Я заплачу много. Я не сомневаюсь. Этим будет заниматься лично Владимир Владимирович. Он такое удовольствие никому не отдаст. Но не в этом дело. Вот где, скажем так, ситуация Минина и Пожарского, которую в свое время очень хорошо озвучил полковник Квачков, который якобы... Кем был гражданин Минин, знаешь, по профессии? Да, да. Да, ну вот. И как бы для чего ему нужны были деньги, которые он как бы гнусным брекетом и шантажом отобрал у купцов, чтобы нанять купца Пожарского, нанять князя Пожарского. Дело-то было сделано. Дело было сделано, да. Такая ситуация возможна. Тоже практически бескровный вариант. Абсолютно, абсолютно. А что мешает-то, соответственно? Вы думаете, у Владимира Владимировича нету денег? Есть. Я думаю, у него много денег. Ну вот. Но только не нужно при этом считать, что это деньги в понимании, соответственно, наших либералов. Знаете, в понимании наших либералов, значит, деньги — это сейф в швейцарском банке. Вот сейф в швейцарском банке у Путина нет, это я вам точно говорю. Ну, он чуть умнее либералов, потому что из этого сейфа деньги еще нужно достать. Он умнее либералов. Это даже вопросов нет. И именно поэтому, ну, как бы это же видно, да, что он понимает что-то, что происходит. Я не знаю, как он это формулирует. На своем языке. Это вопрос сложный. Когда я работал с Ельциным, то я понимал, как он видит картину. И, соответственно, писал ему в его терминах, а не в своих. Вот. Как сейчас понимает Путин, я не знаю. Вот. Но я думаю, что что-то понимает. Понимает ли он достаточно, готов ли он действовать более-менее быстро. Но то, что, соответственно, он не может не видеть, что происходит в мире... В частности... Ну, в мире-то, может, он и видит, а вот в стране... Я прошу прощения, но он не может не видеть. Знаете, картинка, да? Как было раньше? Приходит там Игнатьев и, не знаю, Шувалов к президенту. И говорят, неважно, это Путин или Медведев. И говорят, вот, господин президент, вот наш план. Его с ним будет согласен и МВФ, и Мировой банк, и как бы американское казначейство. Все довольны. Сегодня они приходят и говорят, вот наш план. Путин спрашивает, а что я тебе скажу? Мы не знаем. Мы там никого не знаем. Телефон больше никто не берет. МВФ пока в Мировом банке знают, но МВФ и Мировой банк — это как бы филиалы американского казначейства. Сейчас там сменится руководство. Через 3 месяца, когда они будут звонить, трубку никто брать не будет. И кому они тогда нужны? Почему, собственно, они-то? А что делать простому человеку, скажем, в такой ситуации? Тупо ждать? Простому человеку? Ну, вообще, простой человек никак не может повлиять на элитные расклады. Поэтому основная... Задача простого человека осознавать... Я имею в виду вот простому мыслящему человеку, который наконец-то все понял, прозрел. Осознавать, что экономическая ситуация будет в ближайшее время ухудшаться, не верить той лапше, которую ему вешают на уши, значит, не быть тем кроликом, которого разводят, а, соответственно, пытаться в меру своих возможностей защищаться от разных неприятностей. Понятно, то есть стандартный Не рисковать потерей работы, не, соответственно, залезать в долги. Самое главное, не залезать в долги. Вот. Ну и так далее, и тому подобное. Как обычно, золото, тушенка и патроны. Золото — это на 20 лет. Я вот объясняю, что если вот у тебя родилась дочка, и тебе ее надо через 20 лет выдавать замуж, вот тогда, если у тебя сегодня есть деньги, покупай золотые монеты, зарывай в огороде, через 20 лет откопаешь. Думаю, на приданное. Года через 3-4 можно будет копать. Но уже через 3-4, но не через 3 месяца. Нет, конечно. Ну вот, а так рядовому человеку корзина валют и спи спокойно, дорогой товарищ. Черт, хотелось сделать повеселее передачу, а вернулись все к тому же. Тушенка, золотые патроны. Правда? Против правды не попрешь. Ну вот какая-то она чернушная вся правда, но правда. Ну а как бы это наша задача такая. Вот я считаю, что моя задача... А вот вопрос, у нас буквально 2 минуты осталось. Да. Скажи, пожалуйста... Какое бы событие в политической жизни современной тебя подвигло бы на мысль о том, что Путин действительно что-то понял, что происходит внутри, и начал изменения следа? Я могу сказать просто, какое
событие точно подвигнет. Дело в том, что у Игнатьева кончается срок председателя Центробанка летом. И позиция Путина целиком определится тем, кого он назначит на этот пост. Если, как хотят либералы, он назначит Улюкаева, все, на любых реформах можно ставить крест. И тогда я всерьез буду рассматривать вопрос, что Путин до конца своего срока не доживет. А вот если это будет другой человек, то тогда нужно смотреть, кто будет этот человек и что он собирается делать. Вот это будет момент, которого просто невозможно, как бы, вот момент истины. Да, вот в этот момент четко определиться. Может быть, что-то произойдет раньше, но вот к лету определиться точно. А скажи, пастор, почему Путин пошел возлагать цветочки к могиле фаната убитого, да? Помнишь, когда было в 2010 году, да, на Манежной площади? А всех этих мальчиков и девочек с белыми ленточками, да, просто проигнорировал? Ну, нужно при этом понимать, что Путин это человек, который... Нас вопрос какой-то, нет? Нет, ну он как бы демонстрировал. На самом деле 80% нашего народу сегодня поддерживает товарища Сталина. И любой политик не может это не учитывать. Соответственно, он учитывает настроение народа. То есть народа. Он даже и толпы не боится. А что? Толпа его не тронет. Его только либералы могут окинуть в него тухлым яйцом, а больше... Либерал тухлым яйцом. Ладно, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Это была программа «Парадокс». В гостях у нас был Михаил Хазин, президент консалтинг компании «Неокон». В программе «Стамбура».